Здравствуйте! Тема урока – мыла и моющие средства. Производство мыла и синтетических моющих средств. Сегодня на уроке вы узнаете состав и свойства мыла. Научитесь описывать процесс производства мыла. Научитесь понимать необходимость защиты природы от загрязнения синтетическими моющими средствами. Мыло – это соли высших карбоновых кислот. Обратите внимание на общую формулу мыла, где X – это валентность металла. Реакция получения мыла. В реакцию вступает тристиарат, гидроксид натрия. Реакция протекает при температуре. Продукты реакции – глицерин и стеарат натрия, мыло. C17H35COO натрий – твердое мыло. C17H35COO калий – жидкое мыло. Омыление жиров. Этот процесс известен с древнейших времен, когда животные жиры кипятили с водой и древесной золой, содержащей карбонат калия. Первое мыло было получено на Ближнем Востоке более 5000 лет назад. Исходное сырье для производства мыла. Жирные масла. Хлопковое масло, подсолнечное масло. Животный жир. Каустическая сода, основной компонент которого – гидроксид натрия. Если в состав жирных масел входят остатки карбоновых кислот, содержащих число атомов углерода от 10 до 16, получают туалетное мыло. Если число атомов углерода от 17 до 21, получает хозяйственное мыло и мыло для технических целей. Рассмотрим производство мыла. Процесс производства мыла делится на две стадии – химическую и механическую. На стадии варки получает водный раствор мыла жирных кислот. Далее охлаждают полученный раствор. Далее обрабатывают избытком щелочи или поваренной соли. Получают хозяйственное мыло. Добавляют парфюмерные отдушки, отбеливатели и получают туалетное мыло. Характеристика мыла. Твердые получают гидролизом жиров, раствором щелочи или соды при нагревании. Мыло растворяется в воде и обладает моющим действием. В жесткой воде мыло утрачивает моющее действие. Растворы мыла имеют щелочную среду. Моющее действие мыла. Молекула мыла состоит из двух частей. Гидрофобной, враждебной к воде, и гидрофильной, дружественной к воде. В воду мыло погружается гидрофильной частью, а гидрофобная часть выталкивается наружу. Мыло образовано сильным основанием и слабой органической кислотой. При растворении в воде легко подвергается гидролизу. Уравнение реакции C17H35COO натрий плюс HOH вода. В результате реакции образуется C17H35COOH плюс натрий OH. Мылкость мыла и других моющих средств за счет щелочной среды. Лакмус приобретает синий цвет. В жесткой
И в морской воде моющее действие мыла уменьшается. Оно не мылится и не пенится. Вследствие того, что стеарат кальция выпадает в осадок. Получение мыла из непищевых продуктов. Синтетические моющие средства, натриевые соли синтетических кислот высвобождают сотни тысяч тонн пищевого сырья, растительных масел и жиров. Обратите внимание на уравнение реакции. Карбоновые кислоты получают окислением парафина. Алкилсульфаты содержатся во многих стиральных порошках, являются поверхностно-активными веществами. Поверхностно-активные вещества – это органические соединения, содержащие в молекулах одновременно две противоположные по свойствам группы – полярную, гидрофильную и неполярную, гидрофобную. Гидрофобный хвостик связывается с частичками грязи. Гидрофильная головка цепляется за воду, уменьшая ее поверхностное натяжение, тем самым помогая в воде лучше смачивать отмываемую поверхность и отрывать частицы загрязнения. Компоненты стиральных порошков и их функции. Фосфаты уменьшают жесткость воды и увеличивают эффективность стирки. Полимеры предотвращают ресорбцию. Силикаты дополнительно защищают от коррозии. Оптический отбеливатель маскирует пятна. Энзимы способствуют расщеплению белковых и жировых пятен на одежде. Поверхностно-активные вещества являются самыми распространенными загрязнителями окружающей среды, прежде всего водных ресурсов. Отрицательно влияют на качество подземных питьевых вод и самоочищающую способность водоемов на использующих эту воду флору и фауну. Водные растворы дают стойкую пену, препятствуя аэрации и ухудшая тем самым биохимическую очистительную способность водоемов. Водные растворы поверхностно-активных веществ усиливают коррозию металла. Проникая в организм, поверхностно-активные вещества способны вызвать грубые нарушения иммунитета, развитие аллергии, поражение мозга, печени, легких, почек. Закрепим полученные знания. Какой ученый поставил производство мыла на научную основу? Этот ученый – Шеврюль. Какие вещества образуются при щелочном гидролизе жиров? Это глицерин и соли высших карбоновых кислот. Укажите формулу жидкого мыла. Формула жидкого мыла C17H35COO-калий. Решим задачу. Сколько килограммов мыла может быть получено в результате омыления 300 килограмм технического жира
содержащего 85% тристеората. Запишем дано. Перейдем к решению. Запишем уравнение реакции. В реакцию вступает 1 моль тристеората. Образуется 3 моль стеората натрия. Найдем малярную массу тристеората. Малярная масса тристеората 890 грамм, деленное на моль. Малярная масса стеората натрия 306 грамм, деленное на моль. Найдем массу тристеората. Масса тристеората находится по формуле: массовая доля умножить на массу технического тристеората. Получаем 255 тысяч грамм. Далее, количество вещества тристеората находим по формуле: масса, деленная на малярную. Количество вещества равняется 286,52 моль. Так как количество вещества стеората натрия в 3 раза больше количества вещества тристеората, количество вещества стеората натрия 859,56 моль. Находим массу мыла. Масса мыла равняется 263 килограмма. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы узнали, что к моющим средствам относят мыло и синтетические моющие средства. Моющие средства являются поверхностно-активными веществами и содержат полярную, гидрофильную и неполярную, гидрофобную группы. Синтетические моющие средства, в отличие от мыла, сохраняют моющие свойства в жесткой воде. Мыло и моющие средства поддерживают чистоту и санитарно-гигиенические нормы. Урок окончен. До свидания.